Это итоговый выпуск нашей программы. В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Начало недели было ознаменовано редкой для февраля оттепелью. Правда, буквально через сутки дождь превратил дороги региона в каток, увеличил статистику ДТП и травм. Крыши домов порой не выдерживали снега и проваливались. Такое, к примеру, случилось в Барнауле на улице Тимуровской. А в Заринском районе в селе Смазнево во время расчистки крыши элеватора глыба снега сползла вниз и похоронила под собой 4 человек. Подробнее о причинах трагедии, которую можно было бы избежать, в сюжете Валентины Аскеровой. Видите, ни касок, ни веревок, ничего не было. Мы сейчас вот даже говорим, где все было. Ни страховочной веревки, ни каски, ни даже лопату предприятия имени Фрунзе не было. Возмущаются родственники погибших. Рабочие чистили крышу зернохранилища подручными предметами, которые принесли из своего же дома. Крыша элеватора металлическая и скользкая, на ней снег толщиной в 1,5 метра. В считанные секунды вся эта снежная масса сползла вниз и забрала с собой 7 рабочих. 3 спаслись, 4 – токарь, слесарь и 2 механизатора, так и остались под завалами до приезда оперативников. Снежная лавина, которая сегодня унесла жизни 4 человек, сошла с крыши того зернохранилища. К месту происшествия сейчас не пускают, на месте работают оперативники. Единственное, кого на несколько минут пропустили, это родственники погибших, чтобы они смогли попрощаться со своими родными. Самому молодому из погибших, Максиму Сергеенко, было всего 22. Молодой человек жил с мамой. По словам сельчан, ее увели в слезах до нашего приезда. В одночасье осиротели семьи и других погибших. Позвонили, что взять мой тут вот погиб и все. А дети остались? Остались, конечно, 3 у них. Но один тоже самостоятельный, как бы, а эта девочка в институте учится, а мальчик еще в школу пойдет, только в 1 класс. Посмотреть на первую школьную линейку сына Юрий Дмитриев уже не сможет. Осуществить свои планы не успели и 2 других погибших. По факту гибели работников СПК имени Фрунзе следователи возбудили уголовное дело. Какие-то санкции будут к ответственности? Ну, давайте заранее не будем говорить. Следственная бригада занимается. В любом случае, решение, если виновные есть, решение будет приниматься. 2 из 3 спасшихся провели под снегом около 10 минут. Кислорода уже не хватало. Из-под завала их вызволил другой рабочий, который этим утром по счастливой случайности опоздал на работу. 2 из мужчин от госпитализации отказались, одного доставили в Заринскую ЦРБ. По словам главы района, у мужчины перелом ребер. Пациент находится в отделении анестезиологии и реанимации. Состояние у него по-прежнему сохраняется тяжелое и стабильное. А есть какие-то улучшения? Пока без динамики по сравнению с предшествующим днем. Известно, что семьям погибших предприятие выплатит материальную помощь от 100 до 200 тысяч рублей. Издержки на похороны тоже берет СПК. А ведь предприятие могло бы просто купить на эти деньги страховочную веревку. Вышло бы дешевле. И родственникам не пришлось бы хоронить своих любимых и родных. Валентина Аскерова, Александр Андропов. День с толком. На этой неделе стало известно, что в Удмуртии было принято решение отказаться от обязательного масочного режима в общественных местах. Там резко снизилось количество больных коронавирусом и смертность от него. В нашем регионе статистика зараженных, судя по данным оперативного штаба, понемногу снижается, а вот смертность остается примерно на одном уровне – 13, 15, 16 человек в сутки. Почему так происходит и когда ждать третью волну? Об этом и не только мы поговорили с главным инфекционистом края. Еще 15 жертв коронавируса за сутки. Начиная с осени в ковидных госпиталях края ежедневно умирает до 20 человек. Казалось бы, ситуация стабилизировалась, так почему же число летальных исходов замерло почти на одной и той же отметке? Тяжелые формы действительно сохраняются пока в абсолютах на том же уровне. Отчасти это особенность течения заболеваемости в популяции. Вот то количество тяжелобольных, это пока еще можно считать как кумулятивная цифра, накопленная за последние 1,5-2 месяца, потому что болезнь протекает тяжело. Вот эта цифра, которая пока складывается на сегодняшний день, она таковая и есть. Ее сложно, как-то, знаете, так однозначно комментировать с позиции одной причины. Жители региона точно запомнят осень 2020 года. Потери близких, дефицит лекарств, очереди в больницах, недоступная скорая помощь, переполненные морги и страх. Тогда на вспышку коронавируса наслоились сезонные заболевания. Этой зимой, к счастью, по словам медиков, нет резкого роста числа заболевших ОРВИ и гриппом. Но это пока.
Пока сезонность это не прошла. В этом-то вся и напряженность, и опасность ситуации. Традиционно сезон подъема заболеваемости или ОРВИ и гриппа отчитывается с ноября по апрель. Как это будет? Будет ли это наслоение на подъем заболеваемости гриппом? Будет ли это усиление сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, вызванной вирусами негриппозного ряда? Никто не скажет. И мы в этой ситуации правильнее должны быть готовы к наихудшему развитию варианта события. Потому что вот эта временная расслабленность, она, конечно, может сказаться в будущем. Вопрос остается, пожалуй, за главным, за мотивацией населения на иммунизацию. Прививочная кампания от коронавируса в край идет полным ходом. На данный момент уже более 22 тысяч человек поставили себе вакцину «Спутник Ви». Прививки от COVID-19 по-прежнему ставят в медицинских учреждениях края по записи и в мобильных пунктах, которые находятся в Барнауле возле торговых центров «Пионер» и «Галактика». И все же пока 22 тысячи жителей с иммунитетом к ковиду ничтожно по сравнению с общим населением края. В классике эпидемиологии это должна быть популяция в не менее 70%. Идеальный вариант 95%. Первоочередная задача у всех нас – это иммунизировать как минимум в ближайшие месяцы 30% населения. К концу года выйти до 60%. По словам специалистов, расслабляться рано, критический период еще не пройден. Но, как показывает история, все эпидемии и пандемии длились 2-3 года. А значит, и это когда-нибудь закончится. То, что примерно 2 года длились пандемии, и, возможно, это будет так же, и в этом случае вероятность есть. Наша задача сейчас что делать? Наша задача соблюдать те мероприятия, которые, как показывает жизнь, несмотря на то, что они нам очень надоели, и мы от них очень устали, они, тем не менее, эффективны. Было бы намного больше жертв ковида, то, с чего мы начали с вами, если бы эти мероприятия вообще не были бы введены. Отказаться от всего, что мы с вами уже достигли, да, путем каких-то усилий, к чему привыкли, и сказать, что все, для меня история с ковидом закончилась. Но вот это может быть точно чревато. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Что думают эксперты о домах в 25 этажей? Можно ли строить их в центре Барнаула? И почему многоэтажки настолько важны? Этот вопрос активно обсуждали на этой неделе в рамках заседания круглого стола. Его провели по инициативе мэрии. Чтобы обсудить проблемы высотной застройки, вместе собрались строители, общественники, чиновники, ресурсовики. Удалось ли прийти к единому мнению, расскажет Андрей Дреер. Небоскребы, небоскребы – главная тема круглого стола, за которым собрались застройщики, чиновники, архитекторы, ресурсовики и общественники. Чтобы возводить здания выше 75 метров, в столице края есть все, даже земля. Но, во-первых, она принадлежит федерации. Во-вторых, нужно заняться планировкой территории, считают эксперты. Там необходимо предусмотреть школы, детсады, прогулочные зоны. И все-таки, учитывая, что Барнаул – это в основной своей части уже сложившаяся застройка, конечно же, приоритет отдается комплексной новой застройке на новых неосвоенных участках. Хватит ли для освоения новых участков мощности водопроводов и энергосетей? Ресурсовики считают, что город должен расти именно вверх. Ведь если Барнаул будет расползаться, придется строить, например, новые котельные. Они портят облик, собственно, города. Появляются трубы. Если вы опять же зайдете так сверху посмотреть на город, нам бы хотелось, чтобы вот этих дымящих труб было меньше, минимально. Вот есть там, грубо говоря, 4 больших, и пусть они остаются. Если же ставить высотки вместо одноэтажек частного сектора, сети придется менять. А для этого коммунальщикам нужно все планировать заранее. В любом случае коммуникацию нужно менять. Единственная наша проблема в том, что коммунальщики не понимают, где будет застройка. Хотелось бы как раз уже при этом понимать, а может быть вот здесь надо поменять трубу диаметра такого на диаметр такой, мы сегодня этого не понимаем. И когда появится генеральный план, нам придется в том же месте, грубо говоря, да, опять раскапывать и новую трубу менять на новую, но большего диаметра. Это уже проблема генплана. Участники заседания говорили о необходимости создать отдельный городской комитет, вносить коррективы, прорабатывать стратегию развития и желательно своими силами. Благо, архитекторы в городе есть. В свое время мы отдали Питеру, Ленинграду, так скажем, проектировать наш генплан. И так он не приживается, и не идет, и не развивается. Нужен генплан развития, нужна своя группа.
в городе, которые будут постоянно этим заниматься. Кроме того, застройщики рассказали, что повышенная этажность не их прихоть, требования рынка. Земля становится все дороже. И вот спустя 100 лет революционный дух вернулся в Барнаул. Заговорили про уплотнение. Плотность Барнаула, количество жителей поделено на площадь, сейчас где-то 1,9 тысяч человек на квадратный километр. Если посмотреть все ведущие города, которые сейчас считаются самыми комфортными для проживания, я посмотрел стоп из списка, да, самых комфортных для проживания городов, везде значительно выше, да, там в 5 раз, в 6 раз плотность выше. Отдельные участники круглого стола называли высотки непригодными для проживания людей. Часто это человейники на окраине города, без удобных парковок и зеленых островков для променада. Застройщики парируют. Рынок есть рынок. И выбор делают не продавцы, а покупатели. Это покупатель сам решает, комфортно ему либо некомфортно. А мы, застройщики, мы проводим маркетинговые исследования, мы изучаем рынок. Если мы видим, что на данном участке есть покупатели и люди, заинтересованные в приобретении, после этого только мы приступаем к реализации данного проекта. По-другому быть не может. Архитекторы и общественники обратились еще к одной важной теме. Пусть небоскребы появляются, но тогда они должны отличаться передовой архитектурой, становиться символами. Знаменитый дом под Шпилем, который был символом Барнаула, был обнулен. Не побоюсь этого слова, появившийся неподалеку красивым, безусловно, жилым комплексом, который повторяет контуры дома под Шпилем. Хотел бы тогда поднять проблему нового символа. Если мы тот потеряли, то давайте подумаем, создадим новый, хороший, яркий. Даже общественники, борцы за комфортную среду согласны. Символ может быть и 50-этажным. Но тщательнее всего нужно думать, когда возникает желание вонзить высотку на месте парка, сквера или в старой части города. Это историческая часть города. Это места концентрации наших объектов культурного наследия. Здесь, вот лично мое мнение, конечно, высоких, очень высоких зданий рядом с памятниками архитектуры, впритык к памятникам архитектуры быть просто не должно. Но вот мы уже теперь допустили, у нас это уже теперь есть. И мы видим, как это вот выглядит. Итог обсуждения. Высоткам в Барнауле быть. И с этим согласны почти все выступающие. Вот только есть ли деньги у барнаульцев на то, чтобы здание было высоким и в архитектурном отношении тоже? Ведь за красоту придется платить больше. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. Проблема с отсутствием нормальной воды в Косихе на этой неделе стала достоянием не только общественности. На нее обратили внимание депутаты разных уровней. Несколько недель жители 15 домов, это по официальным данным, по неофициальным 35, были лишены нормальной питьевой воды. Причина коллапса – перемерзший водопровод. Но главной проблемой жители посчитали бочку, в которой им подвозили воду. Она оказалась ржавой. Ответственные за подвоз, по словам местных, пошли на хитрость. Мы здесь уже начали возмущаться, что нельзя из этой бочки вообще употреблять куда-то для пищевых нужд. Вообще нельзя из этой бочки. Нам еще хлеще потом придумали. Нам ее взяли и выкрасили. Взяли в желтый цвет, просто взяли краску и выкрасили в желтый цвет эту бочку. И снова же в ней привезли воду. Например, вот посуду я... Обида жителей не прошла, хотя уже к моменту визита нашей съемочной группы районные власти исправили проблему. Начали подвозить воду в более качественном и обеззараженном резервуаре. Более того, сайт «Единой России» на Алтае приводит данные главы Косихинского района. Заменить перемерзший участок водопровода обещают уже в самые ближайшие дни, 14-15 февраля. Тогда же планируют дать воду. Хотя прежде жители уверяли, что раньше начала лета вода в кранах не появится. Тем временем на проблему уже обратили внимание многие региональные и даже федеральные политики. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев в своем инстаграм-аккаунте рассказал, что подготовил депутатский запрос в Роспотребнадзор. В этой истории есть еще один момент, который требует внимания. Жители Косихи утверждают, что бочку для этих целей предоставили старую и ржавую. Использовать воду из нее небезопасно, подготовил обращение в Роспотребнадзор. Необходимо выяснить, так ли это на самом деле и кто виноват в том, что ситуация дошла до точки кипения.
Мы планируем следить за развитием событий, а пока вернемся к теме очистки крыш. После трагедии в Заринском районе поручение проверить и очистить их дали и губернаторы, и глава города. В Барнауле кровли многоквартирных домов и торговых центров проверяют беспилотниками. Квадрокоптеры, по информации мэрии Барнаула, уже обследовали Ленинский и Октябрьский районы. Излишнего скопления снега выявлено не было. На очереди центральный и железнодорожный районы. Наша съемочная группа сегодня вышла в свой собственный рейд, чтобы посмотреть на крыши сверху вниз. Подробности у Валентины Аскеровой. Жилые дома с высоты птичьего полета. Картина говорит сама за себя. Крыша, конечно, уже не в сугробах, но снег по-прежнему лежит. После обрушения кровли пятиэтажки на Тимуровской, 19, крыши города частично почистили. Но этого недостаточно, говорят горожане. Ну, вы знаете, не замечая, посмотрите, расчищенная крыша. Я смотрю сразу на дом и понимаю, что не убирается. Отлично. Но кузнец одну придавил, еще здесь придавят. Не, ну видеть видео, когда снегопад был, крыши чистили. У нас хорошо чистят крыши на второй западной, 66. Ну, вообще, по городу вот картина, на ваш взгляд, какая? Ну, терпимая. То есть немножко получше стали? Ну, почему немножко? Посмотрите, в общем-то, считайте, нету нигде снега. Да так себе. У нас вон дом аварийный, никто не чистит. Вот эти маленькие дома никто не убирает. Они стоят 350 рублей в месяц. Кто будет убирать их? В Барнауле больше 3000 многоквартирных домов, но по нормативам в расчистке нуждаются лишь те, у кого вальмовые скатные крыши. Их в городе 1246. Комитетом ЖКХ они взяты на особый контроль. На вальмовых крышах допускается накопление снега до 30 сантиметров. При этом в случае накопления в большем объеме управляющие компании должны принимать меры по расчистке данных крыш. Если мы говорим про период оттепели, то в период оттепели эти меры должны предприниматься более оперативно с целью предотвращения образования наледи, сосулек, которые будут угрожать как жизни граждан, проживающих в домах, так и прохожим. В рамках очередной проверки было выявлено, что от снега и наледи почищено лишь 30% вальмовых крыш. Управляющим компаниям, которые не выполняют свои обязанности, грозит от 250 до 300 тысяч рублей. Сумма штрафа для ТСЖ – 40-50 тысяч. На сегодняшний день по 23 многоквартирным домам уже направлены материалы в Государственную инспекцию Алтайского края. Со стороны Комитета жилищно-коммунального хозяйства на сегодняшний день организованы проверки по 12 многоквартирным домам. В случае поступления дополнительно каких-то обращений либо выявления фактов, соответственно, данная работа будет продолжена и в течение всего зимнего периода. Горожанам, чьи крыши оставляют желать лучшего, прежде всего следует обращаться в свою управляющую компанию. Если там игнорируют просьбу, то в администрацию района или комитет ЖКХ. Они, в свою очередь, выйдут в рейд с проверкой. Их, к слову, чиновники просят горожан не полагаться на ответственность управляющих компаний и своевременно платить за общедомовые нужды. Лишь в таком случае у коммунальщиков будет возможность и стимул чистить кровлю. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Следующую тему тоже активно обсуждают горожане. Дело в том, что больше месяца назад было принято решение убрать в трамваях кондукторов. Их функции должен заменять водитель. Зачем Горэлектротранс пошел на эту меру, как относятся к ней пассажиры и сами водители, выяснял Илья Кочетков. Уважаемые пассажиры, вагон идет без кондуктора. Оплата за проезд производится водителю при выходе. Выход в первые двери. Елена Ватякова – водитель со стажем, а вот кондуктором работать не приходилось до этого момента. Говорит, предложили совместить за процент от выручки. Приспособилась довольно быстро. Я бы не сказала, что совсем трудно. Но просто надо считать, во время движения получается мелочь, подготавливать ее. Ну а в основном нормально. Совмещают водители по 3 часа в день, вечером, когда людей в салонах не так много. Правда, на остановках трамваям приходится на пару минут задерживаться. В Горэлектротрансе говорят, перевести часть водителей на совмещенку – мера вынужденная. Штат кондукторов в последние месяцы резко сократился на 44%. Уверяют, причина исключительно в пандемии. Раньше была текучка, люди уходили, но приходили. Сейчас зимний период, идет только отток у нас кондукторского состава, непосредственно людей, кто работает на линии с пассажирами, у кого есть риск заразиться. Люди говорят, что им лучше пересидеть этот период дома.
Сколько таких спецвагонов выпускать на линию, 2, как накануне, или 6, как сегодня, решения принимаются в ежедневном режиме. По крайней мере, так нам рассказала представитель предприятия. Все зависит от сложившейся ситуации. Если кондукторы увольняются или уходят на больничный, большему числу водителей приходится выполнять их функции. По словам Олеси Черских, самих трамваев меньше не стало, и это уже хорошо. Ведь иначе горожанам пришлось бы стоять на остановках не по 5-10 минут, а по полчаса и дольше. Впрочем, сами пассажиры относятся к нововведению по-разному. Вы знаете, неудобства я не вижу. Только единственное неудобство – это водителю, что ей приходится отвлекаться на пассажиров. А так вполне нормально, в других городах же так же делаются. По времени дольше, разумеется, но я думаю, самой девочке, наверное, не очень удобно. Во-первых, ей холодно 100%, мне сдается. Удобнее было с кондуктором. То есть подошел, оплатил, потом вышел через любую дверь, чем вот так через переднюю выходить. Ну, а так, ну, я только второй раз так езжу, поэтому это, может быть, привыкну. А некоторые всерьез опасаются, что привыкнут, причем на предприятии тоже. И в перспективе таких вагонов без кондукторов станет еще больше. Женщины такие немолодые, 50 там лет и плюс, работали, были социально защищены, сейчас все будут сокращены. Нельзя этого допустить. Пусть дальше работают, трудятся. Говорят наоборот, из-за того, что мало кто идет. Ну, надо повышать зарплату и все, чтобы они работали. С зарплатой, правда, все непросто. Как нам объяснили в Горэлектротрансе, в пандемию сильно сократился пассажиропоток, а с ним и выручка. Надеются, что ближе к лету пассажиров станет больше. К тому же пожилые кондукторы выйдут с самоизоляции. А пока Елена Ватякова продолжает совершенствовать умение быстро готовить мелочь для сдачи, не отвлекаясь от дороги. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов, «День с толком». Меньше 100 дней осталось до старта в Барнауле второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Во вторник на нулевом километре символ соревнований «Бобер-сибиряк» раздавал буклеты с напоминанием об этом событии, а в понедельник в краевую столицу пришла первая партия лодок. Ценный груз ехал из самой Португалии. Сколько стоят лучшие в мире модели лодок, а также что с ними будет после соревнований, расскажем далее. Эта фура преодолела более 8000 километров от португальского города Вила-ду-Конди до Барнаула. За рулем водитель из Белоруссии, который провел в пути около 2 недель. В большегрузе ценный груз. 72 лодки для второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Цена каждой лодки более 500 000 рублей. Тяжело было ехать, потому что груз очень легкий. Было сложно выезжать местами. Где-то подзависал, вот буксовали, ну и так далее. Ну, мир не без добрых людей, помогали выезжать. Первый этап Кубка мира пройдет в Венгрии за неделю до старта в Барнауле. Перевозить лодки в сжатые сроки ко второму этапу нереально. Поэтому специально для соревнований в Барнауле изготовили отдельный инвентарь. Лодки от производителя «Нелла» – одни из самых лучших в мире. Их приобрели за счет фонда поддержки олимпийцев России. Спортсмены топового уровня борются за каждую долю секунды, поэтому лодка должна соответствовать требованиям, которые предъявляет Международная федерация для того, чтобы уравновесить шансы спортсменов, но при этом должна обладать своими специальными характеристиками. Это максимальная жесткость прежде всего, вот, и удобство для спортсменов. До середины апреля в краевую столицу доставят еще несколько партий инвентаря. Всего 300 лодок. Большинство из них останется в Барнауле. 180 лодок ориентировочно останутся в Алтайском крае, а остальные будут переданы в сборные команды Российской Федерации по гребле на байдарках и каноэ. Учитывая, что у нас очень много ребятишек занимается, и для них эти модели будут служить очень долго. Между прочим, греблей в Алтайском крае занимаются почти 400 человек. Наследие Кубка мира определенно станет толчком для развития гребного спорта. Тем временем до крупнейшего спортивного события за всю историю региона остается чуть больше 3 месяцев. Кубок мира по гребле Барнаул примет с 20 по 23 мая. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Именно такое запомнили эту неделю мои коллеги, а у меня на этом все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях, на YouTube-канале. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи в эфире!